Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу в програмі «Розмова на тему». І вона сьогодні присвячена, як це традиційно буває по понеділках, Миколаївській книзі. Ми сьогодні будемо говорити, представляти книгу, презентація якої відбулася на минулому тижні. І ми в наших новинах розповідали про це, але коротко і просто як інформаційний привід. Але книга варта того, щоб говорити про неї більше, вона варта того, щоб її мати, читати і відкривати для себе досі невідомий Миколаїв. Це книга «Єврейські адреса города Николаєва», «Єврейський путеводитель по Николаєву». Ось таке видання, і говорити про нього ми будемо з його ідейним натхненником. Я думаю, що я не помилилася. В нашій студії голова обласної єврейської громади Михайло Давидович Гольденберг. Доброго дня. Здравствуйте. Михайло Давидович, я не ошиблась, сказав, що ідейний вдохновитель? Да, Інга, ви не ошиблись. Конечно, коллектив был больше, чем я один, и заслуженный коллектив, который готовил к изданию и издавал. Но эта мысль родилась у меня еще в начале 90-х годов. Под впечатлением сотрудничества с Еленой Владимировной Гриневич, ее прекрасно знают все, это краевед известный, она долгое время была начальницей отдела этнографии в Краеведческом музее, и она предлагала свои услуги всем национальным обществом. Ну, мы этим воспользовались в полной мере. Она создала вот такой маршрут, первый маршрут по еврейскому Николаеву. И вот с этого момента эта мысль, так сказать, мне не давала покоя, в каком формате это сделать, там, буклетом или книжкой. Ну, все это постепенно рождалось. И коллектив, конечно, нужно было подобрать не просто единомышленников, а профессионалов, каковыми являются и являлись Владимир Владимирович Щукин, кандидат исторических наук, и Андрей Павлюк, тоже уже кандидат исторических наук, которые, ну, известны тоже как краеведы. И вот мы вот таким боевым сообществом взялись за издание этой книги. Ну, и издана она в издательстве «Шамрай», которое, в общем-то, подошло очень творчески, и дизайн, по-моему, замечательной книги. Ну, мы уже вот сказали о небольшом авторском коллективе, коллективе профессионалов, но на самом деле хотелось бы сегодня поговорить не только о тех, кто авторы этой книги, но и о том, насколько она важна сегодня, насколько она нужна, насколько актуальна. Ведь в любом случае, если задумка больше 20 лет тому назад, и только сегодня она получила свою реализацию, ну, наверное, всему есть какое-то свое определенное время. Да, я думаю, что эта книга важна в нескольких аспектах. Ну, в таком вот широком своем понимании. Это книга для горожан, для николаевцев, которые любят свой город. Это для приезжих, которые хотели бы познакомиться с Николаевым, ну, в том числе и с вот этой частью жизни города, прошлого его. Есть дома, заслуживающие, скажем, внимания, как, ну, творение архитектуры. Есть дома, заслуживающие внимания не только и не столько из-за своего внешнего вида, но из-за того, кто жил в нем. То есть мне это видится, вот это последнее, о чем я сказал, как бы вот послание горожанина горожанам. То есть люди, для меня очень важны были те люди, которые жили в этих домах, которые очень много сделали для своего города. И вот я, говоря о послании, имею в виду, чтобы услышать сегодняшним горожанам и, ну, в общем-то, где-то подкорректировать свое участие в жизни города, вкладывая не только свою, скажем так, заочную любовь, но очно проявляя себя вот в каких-то созидательных моментах. Вот кроме того, что есть отдельные физические, как сегодня называют, лица, есть еще и системная жизнь общины, сообщества людей, которая как бы вот самоструктурируется, которая создает условия для своей жизни. Я имею в виду, в частности, как раз вот еврейскую диаспору, которая в течение 2 лет блукала по миру среди разных народов, воспринимающих их как чужих. И, конечно, нужно было выстроить вот именно автономность своего бытия. И эта автономность выстроилась, то есть некая традиция совершенно конкретно присутствовала.
То есть были в этом сообществе, а в основном жили кучно, были все необходимые, как мы сейчас говорим, коммунальные системы. То есть были больницы, были учебные заведения, молитвенные дома, были благотворительные сообщества, ну, дома презрения, значит, где старики одинокие, не всегда одинокие, доживали свой век. То есть вот эта системность, и тоже для меня была важна показать ее, продемонстрировать. И когда сегодня я готовился к нашей передаче, а я готовлюсь к передаче, то я подумал, что все страницы мы не перелистаем. Да и смысла нет, нужно читать книгу спокойно, да, медленно, вдумчиво. А вот остановиться сегодня в нашем рассказе на вот этих вот каких-то точках, о которых я сказал, наверное, имеет смысл. Да. Да, именно на этом маршруте. Ну и начинать, наверное, будем с лица книги, с обложки. Ну, понятно, я уже сказал о том, что дизайн, ну, мне, во всяком случае, очень нравится, и этот дизайн осуществил издательство «Шамрай». Вот, ну, и если мы двинемся за обложку к больнице, вот этот очередной пункт, о которых я говорил, больница, вот здесь некая неожиданность, может быть, ждет наших зрителей. Еврейская больница была размещена в здании, которое сейчас принадлежит детской больнице на Садовой. Но не то, которое вот является собой фасад, а во дворе. Да, во дворе это было помещение, куплено еврейской общиной, и там разместилось необходимое оборудование, там работали врачи, был прием, понятно, причем лечение было бесплатным. Но об этом мы еще поговорим, если хватит времени. И там было, значит, одно из отделений, которая вообще считалась лучшим в городе, и родильное отделение, в общем, пользовалось спросом всех рожениц города Николаева, ну, скольких можно было пропустить. И вот это учебное учреждение содержалось за счет коробочного сбора, то есть благотворительных взносов, но которые шли через казну городскую, то есть были благотворительные прямые взносы, а эти шли через казну. Лечение для больных было бесплатно, как я уже сказал. И что еще интересно, во время Первой мировой войны в 1915 году там был, вот больница, значит, превратилась в лазарет для раненых солдат, и их лечили тоже за счет общины. Если мы говорим о лечебных заведениях, то можно еще несколько слов сказать о водолечебнице. Вот, водолечебница не была, скажем так, принадлежностью еврейской общины. Это было общегородское, так сказать, учреждение, но построена она была жителем Николаева Кёнигсбергом, членом общины, врачом, который оборудовал по первому слову техники медицинской на тот момент. Она пользовалась очень, ну, большим спросом, и даже отмечалось, что это одно из лучших лечебных вот такого рода заведений на юге империи. В то время. Ну и если мы сейчас двинемся дальше, вот по тем пунктам, которые мы отметили, на которых базировалась община, сообщество еврейской диаспоры, это учебные заведения. Да, только хотела сказать, дальше образование. Да. А то вот здоровье, надо переходим выучить к образованию. Конечно, да. Чтобы смело можно было ходить в больницы, полагая, что там хорошо обучены медики. Так вот, я остановлюсь на одном из учебных заведений. Сейчас вы поймете, почему. Это здание училища Вулих. Училище Вулих расположено на углу Никольской и Карла Липкнехта. Что это было за училище? В нем это было, вообще-то, по нынешним понятиям, ремесленное училище. На нем обучали швей, ну, как называли, белошвейки и рукодельницы. Там обучалось около 50, там 40-60 девушек из малообеспеченных семей. И чем еще отличалось это училище, обучение было бесплатным. И вот в нем были открыты мастерские,
в которых девочки, ну, кроме теоретических занятий, могли, ну, принимали заказы, и они получали практические навыки. И вот очень, очень важный момент. По завершении обучения сиротам, девочкам-сиротам, они все были из малообеспеченных семей, но те, которые без родителей были, им дарилась швейная машинка от благотворителей, например. То есть ребенок обретал не просто специальность, не только профессию, но и возможность, а возможность зарабатывать работать с помощью этой профессии. И вот это тоже заведение поддерживалось благотворителями. Это тоже, ну, как я сказал, обучение было бесплатным. И вот эти вот подарки, то есть... Вот мы прослеживаем уже, как, что система благотворительности работала. И еще одно здание, которое всем нам известно, в котором находился Хедер. Хедер – это начальное учебное заведение, в котором обучали Торе, традиции еврейской, еврейскому языку, русскому языку. Ну, такие начальные, для младших, младших школьников. Это здание всем хорошо известно. Оно находится на квартале, на Потемкинской, между Советской и Московской. Там поначалу, когда оно было отстроено, там была аптека, потом, значит, вот стало оно учебным заведением. Их было два. Два Хедера, учились там 18 в одном, 14 в другом мальчика. Тоже обучение было бесплатно. И здание нам всем знакомо. Ну, движемся дальше по нашему списку. Да, ну и действительно очень важная часть, вот что меня, например, впечатлило, что больше 20 всевозможных синагог и молитвенных домов. Мне показалось, что это, ну, вот реально просто очень много. Да. В этом проявляется, ну, во-первых, специфика. То есть, знаете, есть такая... такой анекдот, что если еврей попадет на необитаемый остров, то он построит там две синагоги. Почему? Потому что в одну он будет ходить, а в ту ни за что. То есть как-то были разные взгляды, разные отношения, причем синагоги, молитвенные дома строились и по профессиональному принципу. Вот. Поэтому вот группировались люди по месту проживания, по специфике своей трудовой деятельности, и вот открывались, это не были какие-то гигантские здания. Это были, ну, небольшие помещения, в которых, ну, может быть, было там 60-80 человек в каждом. Но еще надо не забывать одну вещь. Были времена, когда количество еврейского населения доходило до 30% в городе Николаеве. То есть это тоже сказалось на количестве этих молитвенных домов. Но вот одно здание синагоги очень примечательно. Это старая синагога. Всем она хорошо известна, как бывший клуб медработников. Эта синагога была заложена в 1819 году, и в 1819 году, и в 1822 она, так сказать, вступила в действие, была освящена. И, кстати, адмирал Грейг был на закладке, он тогда был военным губернатором, и в 1819 году он присутствовал при закладке фундамента этого здания. Она больше 110 лет она работала, действовала во все времена, и вы знаете, что был период, когда выселяли евреев, все равно она продолжала работать. Ну, что делать? В 30-е годы вот эта компания достигла апогея, причем для всех конфессий, для всех конфессий. И в 1935 году, что было основанием для решения вопроса, нужна была бумага. Ну, собрали заявление трудящихся евреев о том, что нужно закрыть синагогу и передать его для клуба. Не нужна она была трудящимся евреям. И вот так она прекратила свое существование, эта синагога, как молитвенный дом большой. И там были разные клубы, в том числе Дворец пионеров, а последние годы перед 90-ми это был клуб медработников. Ну и в 92-м году это здание было передано религиозной общине, которая была зарегистрирована. И там поначалу разместилась вот эта религиозная община. А вот со временем она переместилась, я имею в виду синагога, переместилась в здание на углу Потемкинской и
на углу Большой Морской и Карла Либкнехта. Вот синагога. То, что вы называете просто синагогой. То, что мы называем просто синагогой на сегодняшний день. И это был в свое время молитвенный дом портных. Вот то, о чем я говорил, по профессиональному признаку. И вот сегодня там размещается религиозная община, вот духовный центр, главный раввин Николаева и Николаевской области Шалом Готлиб. И чем еще интересно это здание, в нем выступал будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман, который был одним из соорганизаторов конгресса, Синийского конгресса в Базеле. И он приехал, ну, так сказать, провести оргработу, помочь местным активистам. Но его арестовали, выслали из города, но память об этом осталось. И еще есть одно здание интересное, тоже относящееся к молитвенным домам. Это наш Муздрамтеатр. Надо же. Да. Ну, на сегодняшний день, конечно, немножко изменился и внешний архитектурный облик. И внутри напоминает о том, что это была синагога, только балкон, на котором молились женщины. Но они обычно молятся на балконах или отдельно от мужчин, если нет такового. Так вот, этот здание было выстроено тоже в середине XIX века, ну и получило название «Привозная синагога», потому что там была улица Привозная, на которой оно было построено. Ну и опять-таки в 30-е годы трудящиеся евреи попросили… Отказались и от этой синагоги. Да, они попросили, чтобы там синагоги не было. Более того, даже была организована демонстрация перед, ну, тогдашним горосполкомом с требованием вот это все реализовать. Ну, так и вот произошло. Таким образом. Да, там был поначалу клуб, ну и со временем вот перешло в руки Муздрамтеатра. Михаил Давыдович, вы очень много говорите о том, что какие-то вот такие вот социальные учреждения содержались за счет благотворительности. И, наверное, это каким-то образом тоже... Именно благотворительная деятельность тоже могла оказаться обозначенной на еврейских маршрутах. Да, вот на карте Николаева обозначены и благотворительные учреждения. Вообще их было много, так же, как и было много самих благотворителей. В какое-то время их число достигало 500 человек. Это, ну, это люди, это заслуженные люди, это люди, стоящие крепко на ногах, зажиточные. И вот это здание благотворительного центра, которое располагалось, ну, сейчас это здание есть, на углу Карла Либкнехта и Большой Морской, это получается по диагонали от нынешней синагоги. И вот там существовало общество пособия бедным евреям города Николаева. И так как я уже сказал, его членами были видны коммерсанты города, адвокаты, врачи. И капитал из этого общества формировали за счет членских взносов. И шли эти средства на поддержку там, бедных ремесленников, семьям бедняков, еврейскому приюту для девочек-сирот, еврейским школам, училищам и хедерам. Вот это пособие, это общество было одно из виднейших таких благотворительных обществ в Николаеве, как минимум. Я думаю, что отдельный маршрут мог бы в Николаеве быть составлен по мемориальным доскам, которые посвящены нашим выдающимся землякам, представителям еврейской громады. Да, и, безусловно, эти места отмечены в этой книге. В принципе, можно было, как вначале мы уже сказали, что можно было блукать по улицам города и находить еще очень много зданий, в которых жили евреи, видные личности городской общины и так далее. Но несколько слов все-таки надо сказать об этих памятных досках. Есть у нас в Николаеве и отмеченная здесь мемориальная доска Марку Лисянскому. Это на улице Адмиральской. В этом здании, на котором укреплена эта доска, находился дворец пионеров. Есть еще одна доска Эмилию Анвареву,
о котором мы все прекрасно помним, и, в общем-то, можно очень много говорить, но в отдельной передаче. Есть еще одна мемориальная доска на улице Пушкинской в память о художнике Романе Вайнштоке, который, ну, в последнее время уже становится известен для наших николаевцев. Ну, в общем, все эти три доски, кстати, выполнены Виктором Макушиным, нашим николаевским скульптором. Вот. И я, если мы успеем, я очень хочу остановиться на трех домах. Ну, 5 минут у нас еще есть. Да, ну тогда мы быстренько по ним пройдемся. Это дом на Спасской, 18, в котором жила семья Мишуриса, купца первой гильдии. Он был торговцем зерном, крупный владелец недвижимости, и он был благотворителем. Собственно, благотворительность у него, как и у нескольких людей, о которых сейчас мы еще скажем, это была как одна из их, ну, я не знаю, как вид деятельности их был. Mm-hmm. Следующий дом тоже на Спасской, Спасской 20. Это дом, который принадлежал купеческой семье Эрлихов. Они, семья занималась хлебной экспортной торговлей, ну, городской торговлей, магазин был на Соборной, и опять-таки они известны своей благотворительностью. И еще третий дом, тоже видного николаевца, члена еврейской общины, на Спасской, 33. Этот дом принадлежал крупному предпринимателю и владельцу недвижимости, купцу первой гильдии Форштеттеру. Он также известен своей благотворительностью. Он был попечителем, возглавлял попечительский комитет вот той самой еврейской больницы, о которой мы говорили, ну и общество пособия бедным евреям города Николаева. Ну, сегодня вот. Управление здравоохранения, художественная школа, вот эти адреса, по которым мы сейчас прошли, и последнее – это прокуратура, здание прокуратуры. Такие адреса. Но для меня, например, эти здания важны именно тем, кто в них жил, то есть те люди, которые оставили свой след жизни, то есть они не просто были вот крупными бизнесменами, не просто были видными, яркими членами городской общины, они оставили след вот своей благотворительной деятельности. То есть они, они были горожанами. Вот это я еще раз хочу подчеркнуть. Это были горожане. Ну, знаете, для меня очень важно еще то, что нашло отражение в этой книге. Это следы преемственности. То есть сегодня тоже у нас есть, ну, я об этом уже много раз говорил, я не называю, значит, общиной, вот наше, так сказать, сообщество, я его так и называю сообществом, еврейское сообщество, которое проживает в Николаеве, сохранило вот те традиции, о которых мы вначале говорили. То есть, ну, больницы еврейской нет, но есть учебные заведения, есть молитвенный дом, есть синагога, есть школа средняя, есть детский сад, то, что относится к религиозной еврейской общине. Есть дом на Наваринской, который построила одна семья, значит, члена общины. И в нем расположен и благотворительный центр, фонд, который обслуживает более 2000 членов общины и членов их семей. И культурный центр, и образовательный центр, который ведет свою работу, так сказать, под крылом Николаевского общества еврейской культуры. То есть все это сохранилось, и это очень радует, и этот адрес тоже здесь отмечен в этой книге. Михаил Давыдович, я понимаю, что, конечно, может быть, вопрос мой немножечко нелепый, может, он непрофессиональный, но тем не менее, все-таки, что, на ваш взгляд, оказывается самым важным, цементирующим в том, что еврейская громада сегодня дружна, может издавать вот такие книги, собирается, поддерживая друг друга? Что вы чувствуете локоть вашего друга, коллеги? Вы знаете, Инга, я вам отвечу тоже непрофессионально. Ну, обычно такие вопросы, это вот для... Я вам отвечу непрофессионально. Когда-то, когда я был в Тель-Авиве, был семинар какой-то, был конференция, и вот нас повели в музей диаспор. И там такой небольшой был, ну, это можно назвать уроком, и нам раздали бумажечки, вот напишите, как вы понимаете, что значит быть евреем. Ну и вот я выразил то, что, наверное, для меня вот всегда является неким путеводным знаком.
это обостренное чувство ответственности. Я не называю это национальной какой-то чертой, но то, что есть во мне, и то, что я вижу в тех людях, моих соратниках и той команде, с которой мы работаем, наверное, вот это вот стремление сохранить наследие, вот именно вот чувство ответственности за то, чтобы его сохранить, это стремление оставить действительно след, заслуженный след, не просто там своего имени, вычеканного в известном месте, а след в душах людей, в помощи и поддержке этих людей. И, наверное, эти двигатели и заставляют, ну, во-первых, работать так, как мы работаем, делать то, что мы делаем, и делать это красиво и хорошо. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Я сподіваюся, що книга вже зацікавила наших глядачів. І те, що незабаром будуть справжні екскурсії, справжні маршрути, по яким ми зможемо пройти, побачити, торкнутися вже наживо цієї історії, яка є на картах, в історії міста і в наших серцях. Да. І в завершенні я дарю вам цю книгу. Дякую ще раз. Так, важливий і надзвичайно гарний подарунок. Я дякую вам, що ви разом з нами вирушаєте вулицями нашого міста, відкриваєте для себе його. Воно того варте. Хай щастить, в ефірі побачимось. Thank you.